Всем привет, как и обещал, проведу краткий обзор табака Bob Marley. Значит, продается он в одном интернет-магазине в Киеве, больше нигде не видел, там он бывает редко, вкусов немного, стоит где-то 2-3 раза дороже, чем Нахла или Альфаки. Банка идет на 100 грамм сразу, у меня его вкус малиновый, больше никаких условных обозначений на упаковке нет, приходится верить поставщикам, то что этот табак действительно называется Bob Marley, то что он из Ямайки. Он очень прикольный на вкус. Да, на вкус. Значит, табак очень сладкий, очень много сиропа, очень ароматный, похож на какой-то даже чай ароматизированный. Как утверждает производитель, здесь используют несколько сортов отборного табака, самых разных, и кусочки еще сушеных фруктов. Этот табак вообще не похож ни на один из всех, которые я видел. По своей структуре, значит, я спрашивал продавцов, как его правильно забивать, чтобы не прогадать, потому что он дорогой, его мало. Вот, они сказали, что как обычный, ничего не надо с ним делать, только чуть-чуть выжать, потому что здесь, если особенно остатки, здесь очень много сиропа, чтобы он не был мокрый, чтобы не тек сироп с чашки в шахту. Вот, просто выжать его, куски идут большие, но их не надо измельчать. Вот как есть, просто положил, себе и куришь. Итак, какие есть у этого табака преимущества? Так как Bob Marley табак ручной, он по идее должен куриться долго, но курится он даже чуть-чуть меньше, чем большинство других табаков. Это его основной недостаток. Второй недостаток – это его стоимость. Он дороже, он на уровне Танжерса и Старбаза. Какие преимущества? Очень хороший вкус, очень приятный. Он не горчит, держит высокую температуру, даже если его прикрыть сверху, его можно без проблем курить. И самое главное преимущество, смотрите, вот сколько дыма с него можно получить. Он очень дымный. Итак, вердикт кореяного эксперта. Если у вас есть возможность финансово купить табак подороже для эксперимента, попробовать, он годный, серьезно. Обрезать вверх, как и в любом фрукте. Как ты считаешь, как лучше? Фольгу два слоя? Да, в два слоя, думаю, будет нормально, если не лопнет, аж грибочек.